Ну вот, очень такой трагический романс. Я рос, так как мне полагалось, в семействе своем Борчуком, а рядом она распускалась скромнейшим, поверьте, цветком. За домами высшего света я был поволочься не прочь, но видим, как странно при этом Марусю, кухаркину дочь, росло наваждение тревожи, и вот как в романе точь-точь мне как-то шепнула Сережа. Маруся, кухаркина дочь, но жизнь нас по разным причинам поставила с разных сторон. Когда их октябрь не принял моих офицерских погон, нас белую контрой крестили от малого и до старика, и долго мы воду мутили, пока не попали в чека. И вот на проклятой Лубянке я как на вождение прочь гоню, но в потёртой кожанке, о боже, Маруся, кухаркина дочь, Мария, что все это значит? А впрочем, о чем разговор? Есть шанс у меня не иначе, ведь я вас люблю до сих пор. И я вас, Сережа, любила. Вот все, чем могу вам помочь. И в лоб 9 грамм мне влепила с нагану Маруська, кухаркина дочь. Но пуля скользнула по коже, я лоб свой потрогал рукой и двинул с размаху ладонью. Марусь, ты такой дорогой. Потом мы на пару рыдали, о, это безумная жизнь. Потом обнялись и стояли, стояли вот так, обнявшись.